Вот я пришла на рыбалку. Маленький дождик все равно идет, не переставая. Но сегодня потеплее, чем вчера. Вижу, что у меня поплавок подозрительно присел. И точно там кто-то, наверное, на нем уже сидит. Надо будет вытаскивать. Поэтому придется пока выключить камеру. Ну, потом вот я ее. Ничего в этой жизни не меняется. Опять первый ёрш. Ладно, ёрш так ёрш, хотя бы клюнул. Снимаю. Его с крючка буду снимать. Еще колючий он. Как снять-то умудриться? Он маншем ловит глазами, плавниками. Ну вот, хотя бы сорожечка у нас попалась сегодня. Вот она, красавица. Сейчас сниму. То давно уже что-то я сорожек не ловила. Вот, сейчас. Она так-то интересно клевала. Ну, ничего так, небольшая, но и не маленькая. Такая, средненькая для сорожечного размера. Еще да, как да. Красиво. И села это за нижнюю губочку. И червячок еще остался. Вот, решил еще один ежик. С рыбалки возвращаюсь с рыбалки, и вдруг от меня побежал, вот он сидит еще, пока никуда не убежал. Ежище, дружище, не хочет даже на меня тоже смотреть. Я хочу на тебя посмотреть. Ежик, сколько вас тут расплодилось-то? Что ты какой недовольный? А ежик, я тебя же не трогаю вообще. И трогать даже не собираюсь. Ну, чего ты прячешься-то опять? Спрятался. Что-то у меня в последнее время одни ежи колючие. Ой, вообще не знаю я. Ну давай, иди уже, а. Не хотят они со мной общаться. Спрятался. Вон, иди. Вчера был, сегодня другой уже, в другом месте. Ёжик, ай, ёжик. Вот я все еще еду с рыбалки. Велосипед с удочкой оставила в поле и заехала проверить лисички. И лисички есть маленькие. Вот они. Вот они так растут. Рыженькие такие. И собираю прямо вон в дождевик свой. Собираю, потому что ничего с собой не делала. Никто не думала, что их нет. Вообще я сегодня ни о чем не думаю. Так, посмотрю, где еще, может, что-то есть. Вот это местечко там, в котором растут обычно лисички. И я его знаю. Может, другие, может, еще кто-то знает. Поэтому можно бы их подрастить, но, может быть, придешь завтра, а их уже и этих нету. Ведь люди-то же ходят, люди-то же тоже не спят. А молоденьких так хочется, лисичек жареных. Так, сейчас просто тут огляжусь кругом. Вот две этих самые такие. Две такие дорожки нашла, лисичкины. Но это мало. Надо еще поискать. Сейчас поищем. Вот так и буду теперь ходить в руках с плащом, с лисичками. Там у меня под березовики рыбка оставлены на велосипеде. И удочка. Все оставлено в поле. Надеюсь, что он без меня велосипед не уедет никуда. Очень на это надеюсь. Так, вот это вот ямка. Я эту ямку помню. Около нее тоже всегда росли раньше лисички. А сейчас вот что-то там все брякает, кстати, подозрительно. Это машины там грузят, что ли, чего. Так. Вот немножко нашла я чуть-чуть опять лисичек себе. Я их люблю жареные, просто обожаю. Так, ничего, походу, больше нет. Ладно. Наверное, нету ничего. Ладно, всего пока. Надо ехать на велосипеде нормально. До свидания, друзья мои, пока.